Рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус, Роман Третий, Павел Леонид Николай. Это хоть бог и запретил дуэли. Ну вот так захотел. Хотел жену повеселить. Побрился. И тут внезапно произошел коллапс. Локальный коллапс. Что-то случилось с подведением. Вы видели, я несколько раз показывал в роликах эту злосчастную опору. Вот 220 вольт по нашему огороду. То есть вот у меня за окном прям окно на него смотрит. 220 вольт заходит в дом. Тут на 4 квартиры, там еще на полдома. То есть вот так. Что-то опять замкнуло, что-то коротнуло. Проверил. Ни хрена. То есть счетчик не мотает, замыканий не у меня. Уже хорошо. С одной стороны, плохо, что оно вообще в принципе есть. Это значит, что это проблема общая, и ее необходимо решать уже с диспетчерами. Но ничего, позвонил 112. Значит, тут соединили с местным диспетчером сразу же. Вызвали, ну как вызвали, ночь. Понятное дело, оперативники, они будут бежать, если только что-то конкретно бахнет. Вот. А так до утра придется ждать. Ну и, собственно, добро пожаловать в ШЭК бедного радиолюбителя. Но умного радиолюбителя. Блокнотик, ручка и трансивер, работающий от аккумулятора, друзья мои. И я никогда без связи не останусь. Вот мобильный телефон. У меня разрядится вот на нем 40%. Я хитрый, у меня же есть аккумулятор, и вот где-то вот за камерой, прямо вот там, лежит преобразователь 12 в 5 вольт. Я хотел это еще в Неву поставить, но, наверное, поставлю в Весту. И то не факт, там есть везде уже 12 вольт понатыкано, розетки прикуривательные, и еще и 5 вольт сразу тоже есть, так сказать, в торпедо. Соответственно, можно смело работать в машине. Вот есть 5 вольт USB-шных проводов у меня попой кушает, так что, в принципе, можно поработать и так. Но в целях экономии я, наверное, сейчас усилитель звука отключу, который выдает мне шикарный звук. Радио Победа 76, Елена Леонид. Радио Победа 76, Елена Леонид. Всем прием. Вахта памяти, марафон победы. Сегодня день радио, друзья мои, а я его встречаю, так сказать, в темноте. Работать буду с налобным фонариком. Так что сейчас я камеру перемещу и будем работать. Как-то так попробую записать какие-то связи в тишине, в ночи, так сказать. Покажу вам, как работает радиолюбитель по старинке. Поехали! Совсем на 80 метрах, радио Победа 76, Елена Леонид. Радио Победа 76. По-моему, работал. Роман Третий, Павел, Леонид Николай. Радио 3, Павел, Леонид Николай. Приветствую, пятерка, девятка, Руслан, Евгения. Приветствую, Руслан, 5-9, город-герой Тула, Алексей, с праздником, с днем радио и с великой победой, спасибо, 7-3. Спасибо, Алексей, за кирсу, с праздниками, 73, КРЗ. 22-55, у меня здесь в ШЭКе установлен вот такой вот замечательный прибор, вот он. Это, друзья мои, тоже безотказная вещь. Это самолетный хронограф. Самый настоящий самолетный хронограф. Можно запустить. Вот смотрите, вот так раз. Остановилось. Можно запустить дальше. Чисто механический. Заводится как положено. И еще можно делать так. Одночасовой таймер. Минутомер, так сказать. Нажали. Остановили. Еще раз нажимаем, сбрасывается в ноль. Обалденная вещь. И записываем в аппаратный журнал. Вот. Позывной, время. Ну, имя для таких вот станций, в принципе, значения не имеет. Все равно потом придется переносить в
все равно придется переносить в онлайн-журнал, потому что основная активность идет на сервисе Hemlock. Ну что, я, значит, 55. А, диапазон еще надо записать. На 80 метрах. Поехали, будем шуметь, будем подходить к разным станциям. О! Так. Радио Победы 76, Константин Харитон. Тихо. Радио Папа 76, Кило Хотел, Кюрвет. Попробуем. Роман Третий, Павел Леонид Николай. 5-9, Кроме, Михаил Питер. Ульяна, центр, тройка, Зинаида. Мария Антон, добрый день, большое спасибо. Всем радио, Днем Победы. 5-9, Рыбинск, Николай, успехов, удачи, всего доброго. Да, спасибо большое, всего доброго, 7-3. Ульяна, центр, 3, Зинаида. УЦ-3, Зоя, 5-9. 5-9, Юрий, с праздником. Роман Третий, Павел, Леонид Николай. Ульяна, центр, 3, Зоя, Кизел. Ульяна, центр, 3, Зоя, Кизел. КСЛ, КСЛ, Юрий, с праздником, 5-9. Так, всего доброго, 5-9, удачи, КИРЗ. Роман Третий, Павел, Леонид Николай. Роман Тройка. Роман Третий, Павел, Леонид Николай. Паша любит Наташу. Роман Тройка. Тройка, киловатт, Елена Иван. Роман Тройка, киловатт, Елена Иван, 5-9. 5-9, спасибо, удачи. 7-3, КИРЗ. Роман Тройка, Павел, Леонид Николай. Знак Леонид. Знак еще раз. Блин, по-моему, я с ним связывался, но это не могу проверить. Знак Леонид еще раз. Харитон Анна Сен. Харитон Анна Сен. Знак Леонид. Харитон Анна Сен. Знак Леонид. 5-9. Попробуй с QRP, но с такими станциями QRP не поработаешь. Так, так, так. Роман Третий, Павел, Леонид Николай. Константин Харитон. Радио Папа 76, Кило Хотел, Кюрвет. Радио 3, Папа, Лима, Новембер. Радио 3, Папа, Лима, Новембер. Радио 3. Радио 3, Папа, Лима, Новембер. Паша любит Наташу, прием. Радио 3, Павел Йот, еще раз. Радио 3, Павел, Леонид Николай зовет. Ну там еще йод был какой-то, третий район. Подожди сейчас, секунду. Третий район йод, кто? Сосед, что ли? Радио 3, йод, кто? Павел Йод. Нет, уже ушел, видимо. Радио 3, Павел Николай, Леонид, правильно? Павел Леонид Николай, Паша любит Наташу, прием. 5-9, город-герой Тула, Алексей, с праздниками, 7-3. Да, ПНЛ. Радио 3, ПНЛ, спасибо, с праздниками. С Днем Победы, с Днем Радио, удачи. ПЛН, ПЛН, Паша любит Наташу. Радио Победы. Все, ну. Видали? Записал правильно. Всего доброго. Пока-пока. Видали, что можно сотворить, работая от аккумулятора? Аккумулятор там под столом стоит. Вот, значит, можно сотворить, работая от аккумулятора, на полноразмерную антенну, а при этом смотрите, какие уровни сигнал прут. 5+20, да, а я вот сработал с человеком и записываю, значит, 23.05, на диапазоне 80, РП-76, киловатт-харитон. Киловатт-харитон, это Питер. Забыл, чему посвящено, но, в общем, что-то там, какое-то танковое сражение. Я даже помню его этот... Господи, его КСЛ-ку я помню. Там кто-то из наших прикуривает от перевернутого панцира. Вот, интересная такая картинка, фотография, интересная, военная. Но, тем не менее, сработал, в общем. Видите, и при этом можно даже меньше, чем на 100 ватт, на самом деле, сработать с такими станциями, когда у них пайлап, то есть, когда вот такая жопа творится. Роман Жук, 7 киловатт, правильно? Роман Жук, когда все в каше. Вот так, пойдем дальше. Вниз. О! С этим я работал. Елена. Елена Жук, 76, Анна Борис. Елена Жук, 76, Анна Борис. Всем прием. Попробуем. Роман Третий, Павел, Леонид Николай. Радио Третий.
5-9, Павел Леонид Николай, добрый вечер. 5-9, Игорь, 3 ЛПМ. Павел Леонид Николай, Игорь, поправьте. Город-герой Тула, Тульская область. Город-герой Тула, Алексей. Если мне память не изменяет, уже работали, но у меня тут небольшой коллапсец, так сказать. Электричество отключилось, работаю на бумажке, решил проконтролировать. На братскую Беларусь из города-героя Тулы самые теплые. Алексей, спасибо. Да, работали, но на сороковке. Так что это сколько там получается? 3 часа, даже не 3, 4 часа назад. Так что все нормально. Спасибо. С праздниками. Днем радио, Днем Победы. Спасибо, Алексей. 7-3. Да, с Днем радио, с Великой Победой. Жму руку. Встретимся и в эфире, и на земле. 7-3. Спасибо, да, 7-3. Кто ожидает? Елена Жук, 76. Анна Борис. Не зря подошел. Елена Жук, 76. Галина Антон. Роман, третий. Павел, Леонид Николай. Добрый вечер, добрый вечер. Липецк слышно на 5-9 в городе-герое Туле. Алексей меня зовут. 5-9. С Днем радио и с наступающим Днем Великой Победы. 7-3. Спасибо, даже с победой, с Днем радио. Удачи, 73. Елена Жук, 76. Галина Антон, Елена Жук, 76. Видите, а где-то нет пайлапа. Роман, третий, Павел, Леонид Николай. Радио, третий, Павел, Анна Николай. Приветствую. Пятерка, девятка, Тейковский район, Александр. Здравствуйте, Александр, поправьте, пожалуйста, позывной. Паша любит Наташу, Леонид в середине. Паша любит Наташу. 5-9 и до плюс 20 иногда выскакивает сигнал ваш полевой. Я тут тоже, можно сказать, в полевых условиях нахожусь. Недалеко от города-героя Тулы. Алексей меня зовут. Вырубилось пару часов назад электричество и работаю от аккумулятора. Так что можешь сказать, что друг Павел. Прием. Почти до 9 баллов доходит ваш полевой сигнал. Ну, здесь 3 полтинника на выходе. Агрегат у нас тут в кустах стоит. Работает 3 рабочих места. Вот работаем на 3 диапазонах времени. Серьезно, серьезно. Ну, я просто от автомобильного аккумулятора. Как-то вот не хотел связываться с, так сказать, 220. Так и работаю, просто уже в привычку вошло. Все время от аккумулятора. Прием. Понятно, нет, мы связались капитально, потому что мы на РДА ездим, вот своя машина тут и фургон, и Александр. Мы вот тут и столы, и все у нас тут, и костерок недалеко, и агрегаты два, один тут стоит, другой работает, так что все по-настоящему, например. Здорово, здорово, ну это могу только по-хорошему позавидовать, мне вообще завтра в ночь на работу, прием. Понятно, мне с 8 утра, вот, так что вот надо будет поработать и часиков 6 собираться и ехать. Ну что же, у нас все ведь на энтузиазме, все за свои деньги, все это денег стоит. Ну что же, никто не поможет. Ну ничего страшного, например. Да, безусловно, безусловно. Ну, кому что, я вот тоже удовольствие получаю. Я и без электричества в день радио хорошо себя чувствую. Ну ладно, не смею задерживать. Самые теплые, как говорится. Жму руку, будем встречаться в эфире и на земле. 7-3. А, принято, принято. Ну, без электричества еще лучше. Это, зато никому ничего не должен. А, всего доброго, до встречи. Пожалуйста, 80, Ульяна, Наталька, Ольга, Елена. Вот, и Ольга, Елена, всем прием. Роман, третий, Павел, Леонид, Николай. Радио, третий, Павел, Леонид, Николай. Ольга, Елена, добрый вечер, уважаемые коллеги, с праздником, Днем радио, Днем Победы наступающим. Ну, около балла 8-7-8 баллов воспринимаю. Зовут меня Евгений, город Воронеж. И, пожалуйста, микрофон, здесь Андрей, Ольга, Елена, на приеме. О3, ОЕ, Р3, ПЛН. Здравствуйте, Евгений. С Днем радио. Еще полчаса можно праздновать. 5-9 плюс 20. Великолепно вас слышу. В городе Герои Тули. Алексей меня зовут. Работаю от аккумулятора. Пару часов назад отключилось электричество. Поэтому работаю от аккумулятора на антенну Виндома. Прием. Привет, Алексей. Сейчас до 9, до 9 плюс
5, выходил сигнал. Это что, вы что-то ненормально для себя воспринимают, так не громко, но вполне уверенно. Тут даже вот станции рядышком присоседились, но так, в общем-то, не особо мешает. Вот эта передача была погромче, так сигнал пьянгует, но видно, там небольшая мощность и сложная антенна, наверное, Алексей, поэтому, но тем не менее, все слышно, все принимается без проблем. Алексей, большое спасибо за ответ, за проведенное QSO. Вопросов нет, можно что есть, пожалуйста, вам микрофон. На привет. Да нет, Евгений, просто хожу по диапазону, здороваюсь со всеми подряд, передаю привет и так сказать, это, поздравляю с Днем Радио, вот. Ну, с антенной никаких сложностей нет, у меня полноразмерная виндом, то есть, ну, я экспериментатор, так сказать, были и V3DZZ, и совсем укороченная на 20,80 внезапно, вот так, с проскоком сороковки. Всякое разное. Вот. Ну, вот на данный момент работаю на виндом, испытываю антенну. Как работает, мне нравится, особенно на прием. Очень чуткая штука, очень чуткая. Виндом организован по принципу несимметричного диполя, или как там, со смещенной точкой запитки, так сказать. То есть не с краю эндфит, а именно вот 1/3, 2/3. Вот такие пироги. Ну ладно, Евгений, рад знакомству, рад встрече. Будем обязательно встречаться в эфире и на земле. Самые теплые 7-3. Пока. Да, привет, Алексей. Спасибо большое за приятный вечерний QSO. Да, я тоже проводил эксперименты с разными антеннами. Довольно интересное занятие. Вот. Мне более понравился, скажем так, волновой диполь. Тоже там, значит, 1/3. И 1/3 остальное тоже в размерах волнового диполя. Довольно-таки тоже неплохо работает все это дело. Вот. Так что удачи вам в ваших экспериментах. Все будет хорошо. Еще раз праздником, Днем Радио, Днем Победы, насыпающим всех вам благ. И до будущих встреч. Василий Алексей. Радио 3, Павел Леонид Николай, О3 Ольга Елена. Всего доброго, Алексей, 73. Россия Победа, 76, Ольга Тамара, всем. Роман 3, Павел Леонид Николай. Роман 3, Павел, Леонид, Николай. Радио 3, Паша любит Наташу. Прием. Радио 3, Анна, Леонид, Николай, 5-9. Павел, Леонид, Николай, Павел, Павел, Паша любит Наташу. Так, радио 3, Павел, Люба, Николай, 5-9. А как USL, QSL, 5-9. Город-герой Тула, Алексей. С Днем Радио и с Великой Победой. Спасибо, 7-3. Да, спасибо, 73, удачи. Да, взаимно, Россия, Победа, 76, только Тамара. Прикольно, я, по-моему, этот Ольга Тамара работал. Ух ты. Радио Анна 3, радио Анна Дима. Здравствуйте, Григорий, доброй ночи, пятерка, девятка. Игорь, добрый. Да, я исправил. Спасибо. Днем радио, с победой, 7-3. Да, 7-3, удачи. Алина Василий. Алина Василий, кто? Так, кто, чего? Тоже специальный. Ну-ка давай, Роман Павел сразу записываю. Спасибо, Радио 7, Алина Василий. Доброй ночи, 5-9, Григорий, прием. Хотя нет, а Григорий? Ну, скорее всего, с юга работает. С Днем Радио, с Победой, Сереж, 73. Радио Победа, 76. Мария Федор, 7. Роман 3, Павел, Леонид Николай. Радио 3, Павел, Леонид Николай. Доброй ночи, 5-9, Григорий, прием. Доброй ночи, Григорий. 5-9 плюс 20 в городе Герои Туле. Алексей, с Днем Радио, с Победой, 7-3. Алексей, спасибо, с Днем Радио, с Победой, 7-3. Радио Победа, 76, Мария Федор, 7. Давайте послушаем сороковку, что происходит на сороковке. Ну-ка, кто там так спасибо, мощный? Спасибо, с Днем Радио, с Победой, 7-3, Виктор, пока-пока. Почта, всем прием. Елена Жук, 76, полевая почта. Центр Мария Ульяна, 8 район. Еще раз, пожалуйста, прием. Сейчас попробуем дораться. КСВ-2, но при этом работает на всю. Мой друг, станция немножко... Аркадий, это вы, прием. Попробуем. Да, Аркадий, принято,
Хорошо, интернет помогает. Аркадий, слышу. Слышу хорошо, но не громко. Пятерка, семерка, Гродно, Беларусь, Андрей. Ульяна, Борис, 8, центр, Михаил, Ольга. Елена Жук, 76, полевая почта. Аркадий, 5-7, Гродно, Беларусь, Андрей. Ждем радио. С победой, прием. Андрей, Беларусь. Всего доброго, Аркадий. Спасибо, что не прошли мимо. Здоровья вам, вашим близким. До будущих радиостанций. 7-3. Пока-пока. Ну, белорусы какие бодрые ребята. QRZ-7. Для вас, Беларусь. Для вас, Беларусь. Для вас, Елена Жук. 76. Полевая почта. 77. На диапазоне 40. Для вас, Беларусь. Для вас, Беларусь. Для вас, Елена Жук. 76. Полевая почта. Всем прием. Елена Жук, 76, полевая почта. Для вас, город-герой Тула, Роман Третий, Павел Леонид Николай, прием. Павел Леонид Николай, город-герой Тула, пятерка, девятка с плюсом, Гродно, Беларусь, Андрей, прием. Гродно замечательно звучит тоже, 5-9 без проблем. Алексей, как уже было сказано, город-герой Тула, прием. Спасибо, Алексей, спасибо за связь. Днем радио, хорошего настроения, с наступающим Днем Победы, с победой, 73, пока-пока. Вас также, Андрей, с Днем Радио, ну уже сейчас закончится, во всяком случае, в нашем часовом поясе, будем готовиться ко Дню Великой Победы, а вам на часочек, наверное, попозже будет, но ничего, с Днем Радио, жму руку, спасибо за контакт. И, конечно же, с наступающим Днем Великой Победы. 7-3. 73, Алексей, 73. Алексей, для справочки, 23:48 уже даже. 23:48. 12 минут, и мы в следующем дне. Спасибо, Алексей, с Днем Радио. Еще пока. И с наступающим Днем Победы. С победой. Пока-пока. Вау, пока. Зачем? Для всех. Люблю вот такие станции. Классный оператор. Елена Жук, 7. Где ему лайк поставить? Куда нажать лайк влепить? Для всех. На приеме. Люблю таких людей. Молодцы. Красавцы. Где-то тут должна быть поездная связь. Ну вот что-то слышно, а... О, электричество дали, видали? Прикольно. 10 связей было проведено, меньше чем за час, но это вот было мне просто интересно попроводить связи. И вот как выглядит аппаратный журнал. Необходимо в обязательном порядке отмечать позывное, имя. Ну, для номерных станций, понятное дело, я не отмечал. И вот Ульяна, Игрик, понятное дело, они на хэмлоге не появляются. Так сказать, бог им судья. Вот. Те, кто нужен был, ну, отмечал для себя просто так. Вот. Обязательно отмечается время местное или UTC. Ну, у меня по местному отмечено. И диапазон в обязательном порядке. Вот, чтобы не перепутать. Сороковка. Вот. Имя я записываю иногда просто для себя, так сказать. Ну, просто для того, чтобы не забыть, как обратиться к собеседнику, как с ним попрощаться. Вот как-то так, господа. Надеюсь, что День Радио для всех пройдет, прошел удачно. С вами был Бутылкус, позывной Роман Третий, Павел Леонид Николай. До связи, наверное, до связи. Всех еще раз с праздниками и, конечно же, самые теплые пожелания. Всем пока!